Ребята и девчата, сынуля красотуля как-то зимой откладывал картофель под названием Донна Роза, по-моему. Так, я накрывал. Посмотрим, что тут у нас. Я ее, кстати, картошку разрезать не буду. Кто не знал, картошку можно разрезать на две части садить. Но я эту картошку не буду. Я буду так садить сразу с ростками. То есть будем мы не просто кидать в лунку, а опускать в лунку, чтобы были ростки. Сейчас мы откроем аккуратно вот это все и посмотрим, что тут у нас выглядит. А на улице у нас солнечно, погода хорошая, позапуталась. Так, как мне тебя подвытащить-то? Сейчас подвытащим, чтобы не ломать, не сломать ничего. Кстати, ростки ломаются очень сильно, очень быстро. Но мы попытаемся вытащить аккуратно. Сейчас вытащим, посмотрим за состояние. Так, росток вылез уже. Смотрите, она какая. Я ее, кстати, убирал в темное место. Так, ну сейчас мы так вот сделаем. Я ее убирал в темное место. Так, вот это пока вот так выложим. Пока вот так выложим. Потом я разъединю. И картошка сохранилась на отлично. Смотрите. Во. Отличненькая картофель. Как я уже сказал, обычно картофель разрезается, но я тут откладывал сразу по цельную картошку. Так, посмотрим, что тут у нас. Все. Будем садить. Садить, 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 садить. Вот такое. Все. Так. Что тут у нас? Сейчас, сейчас. Ну все. Прямо вот так вот опускаем в лунку и все. В общем, начинаем садить. Садим картофан наш. И сколько войдет, я не знаю. На наш этот участочек.
В общем, ребята и девчата, осталось, как я вытащил, 8 картошин. Ведро ушло полностью на этот участок. Кстати, вся картошка, которую я откладывал с ростками, она сохранилась полностью. То есть ни гнилушек, ничего нет. В общем, такое ведро посадил. Ну что, ребята и девчата, а вот это на еду я сейчас ростки оберу. Ну что, подписывайтесь на обычный канал, канал «Подвал Ильича о жизни». В общем, всем пока-пока, с вами был Ильич, еще увидимся. Немножко подустал, сейчас немного отдохнем, пойдем. Солнышко, солнышко, погода у нас ясная. Все, всем пока-пока.